Всем привет! Вы на канале Антенка. И сегодня мы будем открывать нашу новую коллекцию Зелфс. Давай открывать? Давай, с какой начнем? Давай, коробочку поставим сбоку. Будем открывать. Мила, смотри, что в этом видишь, что у нас есть. Смотри, у нас как красиво. Давай посмотрим? Да. Смотрите, какой нет, красивый. Такой... Какой красивый. Нет, у нас таких нет еще. Смотри, какой красивый. С крылышками. Да. Он спит. Да. Открываем следующую игрушку? Да. Давай поставим эту сбоку здесь. Смотрите, какие у него красивые волосики. Волосы. Да. И теперь мы открываем следующую игрушку. Да. И что же у нас будет в этой игрушке? Да. Мы сейчас узнаем. Мамейк. Какая капу. Смотрите, какая красота. Я даже не знаю, какое это животное. Красота. Держи. Красота. Ставь ее. Надо вот так делать, вот так. Давай, помогу тебе поставить. Поставила? Да. Молодец. Поворачивай вот нам, чтобы мы увидели. Открываем следующее? Да. И следующее яйцо у нас будет. Вот такая игрушка. Ой. На волк. Ты думаешь, что это волк? Волк. Смотри, какой он красивый. Сейчас. Волк. Я нашла волк. Давай. Я помогу тебе поставить. И мы его поставим рядом с остальными. Такой красивый. Открываем следующую? Да. Выбирай какую. Давай. А в этой коробочке у нас будет. Сейчас мы узнаем. Знаю. А такое у нас, походу, уже есть. Да, вон она. Такого мы уже видели. Угу. Ничего страшного, будет еще больше коллекции. Давай откроем следующий. Да. И в следующий. Кто у нас там спрятался? Не знаю. Давай посмотрим. О, смотри, какая красота. Беленький. Беленький. С блестящими золотыми волосиками. С крылышками. Да. И ушками. Держи. Ставь его сюда. Не ставить. Нет, все-таки ты все правильно сделал. Ставь. Поставила? Да. Давай мне следующую. Откроем эту. Да. Да? Да. И здесь у нас вот такая, такой вот чертенок. Да. С крылышками. Какой и хвостиком. Да. Держи. Ставь чертенка. Ставил? Да. И поставишь вместе. Да. Какую будем открывать следующую? Вот эту? Да. В этом яйце у нас розовый. Розовые крылышки, бело-розовые волосики и желтый зев. Держи.
колбур давай. Ставь его в коробочку. На подставочку. Мы сейчас его поставим аккуратно. Падать он больше не будет. Какую мы будем открывать следующую? Вот эту. Смотри. Смотри, какая у нас игрушка в этой коробочке. Такая есть. У нас такая уже есть. Да. Ну да, я правда вижу. Такая у нас уже есть. Такую мы уже показывали. Да. Давай поставим. Я помогу тебе поставить ее, чтобы она не упала. И мы откроем следующее яйцо. Мила, что у нас будет здесь? Вот это. Да, давай посмотрим. О, смотри, какой. Такая я такого есть. Еще не видел ни разу. А, нет? Да. А, нет, этот блестящий. Тот просто белый, а этот блестящий. Это тоже блестящий. Тоже как зайчик. Такое есть. Нет, у нас нет такого. Но... Давай сравним. Сейчас я поставлю. И мы сравним. Смотри. Такого у нас нет. Они похожи, но они разных цветов. Да. Давай следующий. Открываем следующую. Да. И что же у нас будет в этом яйце? Смотри, какой. Такой. О, такой у нас тоже есть. Да, вон она. Вот это наша самая первая игрушка. О, вон она. Мне этот больше всех нравится, да. Потому что он спит. Да, еще спит. Еще синий. Давай поставим его. Да. Поставим их здесь. Китоник. Что у нас в этом спрятался? Какой залф? Давай посмотрим. Да. Ух. Смотри, какой красивый. Мила? Да. Смотри, какой красивый. Такая есть. Где? А я думаю, что они не похожи. Похоже. Нет, такой у нас нет. Они похожи, но они но другие. Вон она. Давай сравним. Ага. Я думаю, что это совсем другая игрушка. Да. Такая. Давай посмотрим. Они разных цветов. Подожди, поставь сбоку. Давай следующую. Там много. Конечно, много. Что у нас будет здесь? Как ты думаешь, какой цвет волос будет в этой коробочке? Розовый. Розовый? Да. Давай посмотрим. Будет ли розовый? Оп. Ну, смотри, ты почти угадала. Розовый с белым. Розовые крылышки. Смотри, какой красивый дракончик. Это розовый. Нужно. Красота. Красота. Ставь его. Ставь его с другой стороны. Давай следующий. Какого цвета волосы будут в этой коробочке? Розовый снова. Ты можешь будет розовый. Вот кто-то не может открыть. Ты можешь. Смотри. Ты сказала, что розовый. А я говорю, что красный. Да. Из нас никто не угадал. Волосы белые. Белые. Смотрите, какой красивый. Вот эти розовые белые. Да. Я хотел еще показать, какие. Смотрите, какие у него красивые большие крылья. Как у бабочки. Держи. Там много крыльев. Ой, это белое. Ставь ее здесь сзади. Ставь. Молодец. И следующая игрушка у нас будет... Розовый. Снова розовый.
Давай какой-нибудь другой цвет. Почему только розовый? Белый. 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 Может быть, серый? Серый. Серый? Я хочу красный. Хочешь красный? Давай будем искать красный. В этой коробочке, ну, нам почти повезло, есть красные крылышки. Да, розовые. И розовые с белым волосы. Такой у нас уже есть. Да. Будут подружки, да, папа? Да, будут подружки. Да. Какая же будет следующая? Это? Да, там еще. Давай откроем, посмотрим. И в этой коробочке у нас? Вот это. А? Слушай, нам сегодня везет на спящих. Такое. Одни мои любимые зелфы попадаются. Вот такое. Которые есть. Спят. Да, такое есть. Такая у нас есть. Да, много. Будет подружка. Будут подружками, да. Давай поставим с этой стороны. Да. Давай возьмем пластмассу. И откроем следующее яйцо. Да. Мила, как ты думаешь? Нам снова попадется спящий? Да. А я думаю, что нет. В этой коробочке нам попался. Есть. Где? Нет, это ярче цветом, мне кажется. Такая есть? Да. Давай сравним? Да. Давай сравним. Поставим их вместе. И посмотрим, походят ли они друг на друга или нет. Будет. Мне кажется, что один немножко желтее, чем другой. Давай следующую. И в следующей коробочке. У нас какая будет игрушка? Я открою, посмотрю, а ты угадаешь. В этой коробочке будет папина любимая игрушка, которая спит. Это у нас уже четвертая. Там такая есть. Да, папа? Да, такая у нас есть. Они тоже будут подружками, да? Да. Давай их поставим немножко спереди. Следующее. Что же у нас в этой коробочке? Мила? Юра, иди. Да. В этой коробочке. Смотри, у нас какая красивая. Роза. Вот та, которую мы так долго искали. Розовая. I like this rose. Тебе нравится розовый цвет? Да. My favorite. Это твой любимый вот это, цвет розовый, вот да? Вот это. Давай откроем следующую? Да. И что же у нас будет здесь? Мила? Да. О, снова. Снова. Какая-то несчастливая коллекция нам в этот раз попалась. Вон она. Ну ничего, мы обязательно всех соберем. Да. Да? Такое есть. Будут подружки. Будут подружками. Давай следующее. И в следующий. Снова розовая. Я думаю, что в этой будет спящий. Нет. Нет. В этой не розовый. В этой коричневый. Со светло-коричневыми волосами. Я нашла, папа. И с цветочком. И цветочки. Папа. Вот такой красивый. Сейчас я тебе его поставлю, и ты на него посмотришь. Держи. Thank you.
Давай следующее. И в этой коробочке у нас спрятался зельф. Нет. С белыми волосами. Да, и так. И такой. Такое. У нас нет. Уже есть. Нет, у нас такого нет. Нет. Нет, он белый, но этот с блёстками. Нет. У нас есть серебряный, у нас есть белый. И вот теперь у нас есть с блёстками. Давай сравним их? Да. Давай поставим их поближе и посмотрим. Да. Чем же они отличаются? Не хочет стоять. Смотри, один с блёстками, серебряный и белый. Давай следующую. В следующей коробочке у нас спрячется зельф. С какими волосами? Не знаешь? С бело-голубыми. Ой, простите, розовыми. Такое же у нас уже есть. У нас их таких два. Какая ты несчастливая в этот раз нам коллекция попалась. Очень много подружек, правильно? Да. Давай поставим их здесь вместе. Откроем следующую. В этом яйце или горшочке, даже не знаю, как это правильно назвать. У нас спрятался зельф с коричневыми волосами. Да, такое есть. Такое у нас уже точно есть. Снова с цветочком. Снова с цветочком. Красота. Красота. И последняя коробочка. Давай откроем, посмотрим, что там внутри. Последний будет самым счастливым и самым красивым. Мы открываем. Да. Нам снова везет. Розовый. Нам снова везет розовый. Такой у нас тоже есть. Подружки. Снова будет подружками. Я поставлю его сюда. Вот такую коллекцию мы сегодня собрали. Если вы хотите увидеть нашу полную коллекцию, ссылка будет в описании. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.